Всем привет, дорогие друзья, на связи Лимон, и сегодня мы рассматриваем оружие. Не замечательное, а просто плохое оружие. UMP-45. Сегодня не будет сногсшибательных удивлений и раздавания хедшота там с одной обоймы. Сегодня будет очень грустный бой и беда, печаль, грусть. Придется все-таки обозревать это оружие, но это ужасное оружие, я бы сказал. У него есть... Ну, давайте перейдем к его плюсам и минусам. Делайте выводы для себя, я сделаю для себя вывод. Это очень плохое оружие. Плюсы. Хорошая скорость бега и низкая отдача. Минусы. Низкий урон, низкая скоростность, большой разброс, очень большой разброс. И низкое количество патронов. И, конечно же, низкая дальность. Ну, на дальность нам не сильно влияет, потому что это автомат, а у автоматов низкая дальность у всех. Конечно, есть еще один плюс у этого оружия, это двойной магазин, который не меняется на правую кнопку мыши. И, то есть, еще маленький такой плюс. То есть, это оружие очень дешевое, но хотя за этот дешевость я бы его не покупал, потому что лучше купить АК-47, который стоит также 10 тысяч ГП. 100 боев. А скиллы ставим на оружие. Это... Минус 4 отдача, плюс 4 скорострел. Вроде бы казалось, что если поставлю плюс 4 скорострел, то отдача будет своя. Да, это так, но отдача как бы большая. Но на самом деле не так. Отдача очень маленькая, но сброс очень большой, поэтому там нужно просто прокликивать. Ну и плюс 2 ловкость. То есть берет ставим, берет хитрого захватчика. Это вот такой вот берет с такой вот, с таким вот значком, который повышает скорость при зарядке автоматов. Это нам очень надо, потому что уже мало патронов, и ему приходится тяжело в бою, и как бы, ну, перезаряжаться, я часто перезаряжаюсь на этом уже. То есть, давайте перейдем. Итак, мы в бою, и давайте осмотрим выстрелы этого оружия. Зажим, то есть отдача практически не чувствуется, только отдача чуть идет вверх. Затем проклик. Ну, проклик то же самое, только уже разброс, он поменьше становится. Ну, прицела у нас нету. Прицел ставим точку. Не надо ставить перекрестие с точкой, потому что будет ужасный прицел. То есть, сейчас я вам его покажу, чтобы вы наглядно поняли. То есть, он будет вот такой вот, и при этом разброс будет очень показан действовать на прицел, но... все равно вам это не надо. Просто ставьте точку и цельтесь в голову, именно в голову, потому что отдачи нету оружия. Прокликивайте, то есть я сейчас говорю тактику оружия. Целимся в голову, пытаемся прокликивать. Прокликивать главное надо часто, потому что разброс у оружия очень большой, урон очень маленький, поэтому убиваем в тело с высокой уровнем сложности. То есть сложно убивать в голову, и приходится убивать только в тело. Конечно, очень сильно раздражает то, что у людей есть маски, шлемы дополнительные, и поэтому лучше купить антишлем, но на самом деле лучше купить антишлем с каким-нибудь точностью, то есть, допустим, национальные маски или железная маска. Так, ну, вроде бы первый патрон пошел в голову, но из-за лагов и из-за того, что он меня первый убил, то есть ему подфартило чуть-чуть. Я не убил его в голову, хотя был такой звук, как бы, знаете, в шлем попадаешь, такой дзинь, типа такого. Так, ну, убил я в тело, сколько тут патронов, примерно, ну, патронов 10 убил. С патронов 10 убил. Так, вижу, двое идут справа, надо их тоже убить. Ну, вот он один идет, убил я его в голову, тут же уже ждут. Ну, вот, маска какая, сейчас посмотрим, смогу я снять или нет. Ну, да, снял я маску. Еще в полете человек был. Кидаем гранату туда. Если оттуда кто-то будет выходить, то граната наша встретит. Убили меня из точно такого же оружия, как и у меня. То есть вот оно лежит. Такое вот непонятное. Вроде как магазин длинный. Ну, по идее, патронов должно быть много, но на самом деле патронов мало. Хорошо, что разработчики нам дали двойной магазин, поэтому немного патронов больше. И это плюс у этого оружия, самый большой, наверное. Ну и, конечно, еще один плюс у этого оружия, это, как я уже сказал, это отдача. Отдача очень низкая, но разброс очень большой, поэтому с этим оружием очень сложно играть. Вбиваю я в тело. Опять маска. Я чуть-чуть зажал, поэтому разброс увеличился, и
Как бы видели прицел на голове, а пули в разные стороны шли. Поэтому зря я зажал чуть-чуть. Там на патрон на 3 я зажал. Так, ну кидаю гранату на дорожку. Никого не убиваю. Мне тут повсюду стреляют. Здесь я хочу выцелить кого-нибудь. Ну, никого не выцеливаю. Спускаюсь как... ну, десантируюсь. Блять, как сказать-то? Чуть-чуть мне осталось довести. Я бы убил его в голову, но я не довел. Потому что у меня чувствительность мыши не такая уж и высокая стоит, чтобы доводить. И поэтому человек меня перестрелял. Ну, сейчас меня тоже перестреляли из-за того, что у меня маленький урон. Хотя я стрелял, ну, не знаю, потом на 4 в тело. И Сауга я бы уже давно убил. Да и, скорее всего, Сауга я бы убил уже в голову. Я не понимаю, откуда. Ясно, понятно. Дорогие зрители, у нас лагает. Просто у нас лагает. Либо зашел читер, хотя да, скорее всего, зашел читер, потому что лаги, а лаги это с читами. То есть вот я убил одного и без лагов, убил второго без лагов. Так, ну там кого-то убили, здесь кто-то меня отстреляет, я уворачиваюсь, то есть прыгаю, бегаю туда и сюда. Так, кидаем сюда, ну, чуть-чуть я не перепрыгнул. Так, мне здесь кое-что написали, так... Так, ну, отпишем человеку, пока мы вас заждались. 11-9, на первом месте в своей команде. Так, ну, ой, чуть-чуть я залагал у меня, я не смог пробежать. Ну, отвлекся на того, кто... Ну, как бы... Отвлекся, ну, у всех бывает то, что, как бы... Все отвлекаются и нас убивают сразу. В карте библиотека это естественно, то есть когда... Когда убивает тебя с разных сторон. Так, ну простреливаю я вот таким вот способом, чтобы если кто вышел, то ему зарандомить в голову. И тут мне зарандомили в голову с крыши. Два человека. Так, ну отписал я чуть-чуть. Видел то, что один на крышу пошел, надо чистить крышу, просто брать и чистить. То есть берем веник, или что у нас там, шваба. У кого что, у меня что-то, что-то между. Так, ну, где тут? Убил, оглядываемся, чисто. Тут никого нету, здесь кто? Здесь вот такой вот человек стоит. Убиваем в тело, потому что там при дальнем расстоянии целится в голову. Это очень долго, а я не хочу рисковать ХП и... Тупо умирать из-за того, что я целился в голову. Так, ну, блин, человек просто непредсказуем. Так, быстренько перезаряжаемся. Ну, чуть-чуть вот я помазал, мог бы убить, он был очень сильно покоцан, но... Ну, чуть-чуть скривел. Хотя можно было предугадать то, что он выйдет на возле стенки. Ну да ладно. Так, видел то, что на крыше чувствую, сейчас меня будут стрелять, я это знаю, но меня не стреляли. Так, снял шлем. У человека нету шлема. 17, 13, 180, 113. Итак, вторая хорошая карта — город Призрак. Почему хорошая? Потому что она компактная, маленькая, и здесь очень хорошо стрелять вблизи, а для нашего оружия это нужны ближние дистанции, никаких средних, хотя средних это в дальнем случае, но лучше, самые лучшие дистанции это ближние, так как оружие очень большой разброс и маленький дамаг, поэтому нужно просто искать ближние дистанции. Так, ну а им меня подвел, или может разброс, хотя знаете, я один прикол заметил у этого оружия, у него, да, вот, вы сейчас видели, то есть я стрельнул в точку, как бы должно полететь прямо, но потом полетел в другую сторону. Ну, вы видели. То есть, сейчас я покажу еще раз. Видите, то есть, вот где моя точка и вот где мой патрон. То есть, вот так вот. Вот такие вот пирожки, ребят. Это разброс. Это все разброс. То есть, не то, что вот это вот, то, что я как бы мазил. Блин, короче. Я оговариваюсь, извините за оговорки, просто... не нахожу подходящих слов, поэтому оговариваюсь.
Так, ну уходим опять вниз, чтобы пойти сюда, потом сюда и сюда. Снимаем маску, убивая в голову все-таки. Здесь кто-то был, ну его нету. Ну там видел кто-то был. Ой, писы, ой-ой. Ну патронов не хватило, то есть я начал перезаряжаться, это неестественно. Для любых оружий, но только не для меня. У меня же UMP-45. Так, ну меня уже с восклицательными знаками встречают. Так. Так, ну, да, видел. Резко меняем магазин, потому что перезаряжаться я не хочу. Вот теперь все-таки надо, у меня все равно патронов нету. Так. Я хочу вот сюда вот встать. Почему? Потому что вон там вот я не смогу сильно так вот замечать. Но хотя с прыжка, если только... Если разброс меня не подведет. Сейчас напишем человеку. Так. Так, ну там просто герой мультика Шрек навсегда. Просто нагибает, так можно сказать, своих оппонентов. Так, ну, видите, он просто, он очень маленький, малейший. Я не знаю почему, но выбросил патронов 5-6, и человек не умер. Главное, все патроны были в точность, в тушку. Даже, не знаю, может не в тушку, но там развоз. Я как бы не угадываю, что у этого оружия уже очень непредсказуемо. Но опять же, я встречаю этого человека, и все, даже я его добиваю в тушку. Да, победа. Так, снимаю опять маску, резко меняем магазин. И что-то тут какие-то чудеса, тут человек либо прыгает, либо у меня увеличился разброс. И еще одни чудеса, я встречаю новых людей, убиваю через стенку, потом здесь сидит вообще, я не понимаю, как так. Они вообще встретились прикольно так. Главное, своих у меня нету, они... Не знаю, я их не нашел. Случайно выкинул топорик. Нажал на правую кнопку. Так. Кидаем гранату туда. Здесь я видел, кто-то бежит. Я их хочу встретить. Я не буду идти прямо на них, потому что я знаю, то, что там аук, и он меня перестреляет. Так, ну видите, я опять же говорю, то есть прицел на голове, а пули летят мимо. Ну, все-таки я снял маску своему оппоненту и убил его. Ой, не убил, он меня убил, вот так вот. Так, я снял обычный шлем, ребят, просто снял обычный шлем. Вот такие вот у нас дела, то есть... Оружие на самом деле плохое. Профессионал с ним не играет, потому что оружие не профессиональное, оно на любителя. Да и любители редко с ним играют, то есть... Кому оно нравится, те с ними играют. Ой. Я не понимаю, почему я сейчас попасть не могу в голову. Так, ну. Здесь был труп, лежал. Я увидел что-то круглое и уже на автомате стрельнул. Сейчас вот так вот сделаем. Ну, видите, я просто прокликиваю цель с голову, а пули летят мимо. Ой, я случайно взял ножик. Хотя вроде применил, но... Короче, я не знаю. Ребят, дело за вами, как бы я показываю оружие в бою со своей тактикой. То есть я пытаюсь искать ближней дистанции, пытаюсь в голову убивать. Пытаюсь и в тело, и вот сейчас вроде как в тело, но тупо не попал. Вот сейчас... Ой, сейчас чуть не все. Ну, короче, я не знаю. Ну, как я уже говорил, дело за вами, ребят. Вам выбирать. Я всего лишь обозреваю. Я бы, например, вместо UMP-45, знаете, что бы взял? Наверное, лучше спектр. Спектр, хоть он мне и не нравится, но я все равно лучше бы его взял вместо UMP-45. Он как-то поприкольней. Ну, хотя бы скорострел есть. Хотя дамага у него нету, но есть скорострел. Даже у него прицел есть. Вот так. Так что с ним и в голову нормально убивать, и в тушку, и патронов у него достаточно. Так что покупайте спектр. Вместо UMP-45 или лучше АК-47. АК-47 вообще классное уже. Ну вот так вот, то есть. Раздал я слегка.
Так, ну патронов у меня нормально. То есть смотрите одним глазом на свои патроны, потому что патроны очень быстро заканчиваются, как вы уже заметили. Потому что их просто не хватает. Ну, хорошее оружие Оук меня перестрелял. Так. Почему я хожу в подземелье, а не ну, в канализацию, а не в напрямик? Потому что они там встречают меня и не я их. А там уже я их встречаю. Так, ну убил меня человек все-таки, я его только сейчас заметил, когда он убил меня. Играю 2012, несмотря на то, что я очень сильно много сливаюсь. Да, очень сильно много. Много сливаюсь я и... Я это не отрицаю, оружие некомфортное. Вот скажу одно, оружие некомфортное. С ним очень долго привыкать, и, конечно, иногда бывает то, что оно выдает такое, прям, знаете, идете и прям головы такие стоят, они вас стреляют, а вы в них и так вот просто там, ну, допустим, вы 1 на 4. И как бы все в голову летит, но... А иногда бывает то, что когда все стоят задом к тебе и голову, и ты никого не убиваешь просто. Бывает разное, это от ситуации зависит и от того, как вы играете. То есть хорошее у вас настроение, хорошо вы играете. Плохое у вас настроение, вы просто даже, может, психанете и ПБ удалите. Так, ну вот, вот человек. Я пытаюсь уклоняться, потому что там по 90. Вот аук. Так, все-таки я убил аук. Так, ну стрелял, чтобы... Если что, выходили я... Ну, обычный, нет, не обычный, плюс один шлем был, я его снял. Как вы уже заметили. Пытался убегать от граната, не убежал. Хочу опять подземелье пойти, только уже по нашему ходу, то есть... Вот он. Здесь я должен встретить, да, я встретил, я убил стопорика. Так. Убил я Алиночку. И убили меня сзади. Били лимончик. Так. Так, 26-15 играю. А, уже 26-16. Бой подходит к концу. И что я могу сказать? В принципе, я играю на нормально. Я не играю отлично, но я играю нормально. Если бы этот снайпер дал мне еще секунду, я бы успел бы упасть, потому что я уже нагинался. 26 к 16, 26 к 17, 282 опыта, 168. Итак, давайте подведем итоги и подумаем, как бы покупать нам это уже или нет. Давайте я зайду в магазин, чтобы посмотреть, сколько она стоит еще раз. Где она? Просто я его... А, вот. То есть 10 тысяч. Давайте подумаем, какое оружие стоит 10 тысяч и какое лучше купить. Ну, К1Х сразу исключается. Вот это вот божество тоже исключается. Затем спектр, он дороже стоит, но он лучше. И давайте найдем что-нибудь в районе 10 тысяч. Так. Ну, F2000, кстати, лучше. И АК-47. Также есть SG-550. Ну, SG-550 чуть-чуть дороже стоит. Я бы купил из этих трех оружий АК-47. Потому что оно мощнее, оно удобнее и убивает быстрее. Ну, как-то так. Так, я его опять потерял. Кстати, есть еще... А, нет, нету. То есть у нас вот такое вот оружие, которое стоит 10 тысяч денег, которое ничего, вообще никаких плюсов, кроме того, что у него маленький урон и высокая скорость бега. Ничего нету. То есть вот такое вот оружие. А, еще есть плюс, то есть двойной магазин, но пользуюсь я им редко, потому что меня быстрее убивают, потому что я не успеваю убивать, но это вы видели, вы это прекрасно знаете. Ну, конечно, я могу сказать, знаете что, вот если вы будете в бою играть против оружия UMP-45, то подберите, побегайте, подумайте, а там уже сделайте выводы. У кого-то оружие есть, они говорят, что это оружие плохое, а некоторые говорят, хорошее, потому что я с ним раздаю и в голову. Я с ним тоже раздавал в голову иногда, когда, не знаю, там в бок захожу и я сдаю. А вот именно лицо к лицу, и если там, допустим, маска против меня, даже если я с антишлемом, то эту маску по-любому снимется. Итак, давайте оценим это оружие по 10-бальной шкале и... Ну,
10 баллов мы ему не дадим, 8 баллов даже ему не дадим, потому что у нас даже АК-47 имеет 8 баллов. И я бы ему даже дал бы где-то, может, 4 или 3 балла, а может и 5. Вот, не, давайте лучше 5 дадим. Все-таки это уже иногда бывает хорошим, а иногда бывает плохим. Лучше остановимся на среднем выборе, то есть это 5 баллов из 10. И, то есть, вот так вот. С вами был Лимон, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, это все ссылки найдете под видео в описании. С вами был Лимон, удачи в боях, спасибо за просмотр, пока.